Привет! Это маленькое видео о новинке от Rimmel. Это Super Gel, лак и топ. Как вы видите, здесь набор состоит из двух продуктов. Сначала вы красите два слоя вот этого лака, а потом покрываете одним слоем вот этого Super Gel топом. У меня оттенок 024 Red Ginger. Обещают 15 дней стойкости, не облупывания и всего такого прочего. 15 дней на ногтях этого у меня не было. На ногтях у меня этот лак просуществовал 5,5 дней. Хочу сказать, что к концу 4-го дня началось уже слишком явное отслаивание лаков, особенно на концах тех пальцев, которые мы используем чаще всего. Например, вот мизинцы у меня были идеальные. Было только видно линия, где отрос ноготь, но сам лак лежал идеально. Что сподвигло меня на эту покупку? То, что это новинка, мне было очень интересно. И то, что здесь была такая промо, что вы покупаете лак уже со скидкой и вам дают совершенно бесплатно вот этот топ. Обычная цена этого набора около 14 евро, мне же этот весь набор вышел 4,90, поэтому я решила, ладно, посмотрю. Что хочу сказать дальше, вряд ли я буду покупать еще такие наборы. Единственное, возможно, куплю топ, потому что топ действительно мне понравился. Вместо того моего любимого от Essence, если кто знает, в такой черно-гранитной бутылочке, по-моему, это один из самых лучших топов вообще, что у меня были, и зря, что их убрали из продажи. В общем, если вам нравится поиграться, попробовать, мне кажется, достойный продукт, не ожидайте от него 15 дней прекрасного поведения на ногтях, но на 4-5 дней вполне можно рассчитывать. На это всем пока.